Праздник труда. Бобруйские масштабно отметили 1 мая. Бобруйчан все больше и больше, которые увлекаются спортивными мероприятиями. Кто проехал по весеннему маршруту? Переломный бизнес. В Могилевской области задержана организованная группа страховых мошенников. Подозреваемые тратили на приобретение и строительство жилья. Стоило ли губить здоровье ради легких денег? Боевой дух. Бобруйский прошел городской этап игры «Зорничка». Наша задача на сегодняшний день определить лучший отряд. Кто победил? А также денежный плюс, экономическая республика и новое правило. Досрочно использовать семейный капитал на жилье можно при условии нехватки квадратных метров. В чем суть? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Весна, труд, спорт. В Бобруйске масштабным велопробегом отметили 1 мая. На маршрут вышло рекордное количество человек. На финише участников объединил флешмоб. В городском парке тем временем чествовали лучших работников. К празднику присоединилась Елизавета Липеева. Руководство города, депутаты и активные бобруйчане возлагают цветы к вечному огню. Дань памяти героям, благодаря которым белорусы живут и трудятся под мирным небом. Мир созидания. Ежегодно 1 мая объединяет тысячи человек. Бобруйчане с энтузиазмом откликаются на новость о традиционном велопробеге. Съезжаются на железных конях с каждого района города. Очень великолепные эмоции, очень много людей. Я очень рад, что мне повезло участвовать в этом мероприятии. Очень хорошо, красиво все. Песни красивые, все. Атмосфера добрая, уютная. Нас много сегодня, как никогда. Мы Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Настроение прекрасное, весенняя погода хорошая. В ожидании старта трудовые коллективы, учащиеся учреждения образования, дружные семьи, настоящие спортивные энтузиасты. Впереди всех юные велогонщики. Участвуют 16 ребят и 4 взрослых наших. Хороший настрой, веселое, радостное. Отличное настроение. Буду участвовать в велопробеге. Классно, нравится. Я принимаю участие каждый год, и все мероприятия я приезжаю со своими флажками. Белпочта, я люблю свою родину. Экодвижение – это еще и возможность полюбоваться родным городом. Традиционная дистанция – Минская-Карбышева-Бобруйская-Рена. 7 километров маршрута скрашивают счастливые улыбки, патриотичный настрой, теплые лучи солнца. Мне очень нравится свой город. Я каждый год принимаю участие в велозабеге. У нас просто классно. Мне нравится очень спорт, и я всегда люблю кататься на велосипеде. Мы приходим с семьей на такое мероприятие. Нам нравится поучаствовать за Беларусь, за Бобруйск, за здоровье. Все-таки велосипед – это как за спорт, за чистый вид транспорта, поэтому, мне кажется, как-то все объединяются. С высоты птичьего полета колонна поражает масштабами. Под 10 тысяч человек первомайским утром движутся по общей траектории любви к городу, стране, спорту. Это праздник для города Бобруйск, особенно 1 мая, все мы их всегда отмечали. Но традиция – это устраивать велопробег. И этот год у нас стал не исключением. Бобруйчан все больше и больше, которые увлекаются спортивными мероприятиями. Во-первых, здоровье. И бобруйчан поздравляю с этим большим-большим праздником. Каждый финиширует с бодрым зарядом энергии. На площадке у Ледового дворца спортсменов весело встречает группа поддержки. Все участники спортивного события выстраивают символичную фразу «Слава труду». Кульминация 1 мая не только про красоту, про силу единения. Хочу поздравить всех с праздником 1 мая, с Днем труда. Это действительно очень знаковый праздник, исторический праздник. Сегодня такая хорошая погода, собрались много коллективов, поэтому всех наших жителей поздравляю с этим праздником. Всем здоровья, благополучия. Удачи, и всего самого хорошего. В парке культуры и отдыха, эпицентр событий, торжественная церемония награждения работников. Бобруйчане из года в год доказывают любовь к городу через высокие трудовые результаты. Почетные грамоты получают около 40 человек. Сотрудники Белшины, Таима, Фандока, ТДА, сферы здравоохранения и не только чествуют лучших профсоюз. Наша все-таки организация, она объединяет людей. Она позволяет им участвовать в каких-то массовых мероприятиях. Те же самые велопробеги, те же самые автопробеги, те же самые
разные шествия Дедов Морозов, Снегурочек. И, скажем так, это очень поднимает настроение и сплачивает коллектив. Приятно, когда поздравляет профсоюз, когда именно рядом с трудящимися, рабочими мы здесь находимся, в нашем городском парке. Все прекрасно и замечательно. Я благодарна нашему профсоюзному комитету, что они меня не забыли. Мне очень приятно. Я очень рада за наше здравоохранение, за наше руководство. И в дальнейшем, чтобы так все у нас было хорошо. Танцуют все! Насыщенная концертная программа озаряет улыбками сотни людей. Усидеть на месте задачка не из простых. На ярмарке изделий глаза разбегаются от изобилия. Для любителей полакомиться на свежем воздухе – зона фудкорта. 1 мая каждый бобруйчанин находит занятия по душе и, несомненно, сохраняет в памяти красный день календаря. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Удар на миллион. Задержана организованная группа страховых мошенников. Преступную схему раскрутил 36-летний могилевчанин. К процессу мужчина приобщил родственников и знакомых возрастом от 28 до 50. Мошенники неоднократно заключали договоры добровольного страхования от несчастных случаев, после чего умышленно вредили себе, чтобы получить деньги. Полученные преступным путем доходы подозреваемые тратили на приобретение и строительство жилья, транспорта, а также давали знакомым в долг под проценты. Всего за 2 года злоумышленники незаконно добыли больше 500 000 рублей. При обысках правоохранители изъяли орудия совершения преступлений, молотки и шприцы с инъекциями обезболивающего, а также часть средств. 5 переломов и 1 ушиб пальцев руки. Получали страховое вознаграждение в размере от 50 до 80 тысяч белорусских рублей. Я половину того, что получал, отдавал человеку, который застраховал меня. Фигуранты задержаны и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Тренд на целевое, горячая линия и приятный бонус. Минздрав сообщил об увеличении размера доплат медработникам. О каких суммах речь? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В экономике Беларуси занято 4 152 тысячи человек. Это 45% от общей численности населения. Средний возраст работающих мужчин и женщин – 42 года. Номинальная начисленная зарплата превышает 2161 рубль. Рост за год более чем на 19%. Топ самых высокооплачиваемых отраслей – информация и связь, страхование и научно-техническая деятельность. Минздрав сообщил об увеличении размера доплат медицинским работникам. Среди главных изменений – введение надбавки в 30% оклада для врачей-специалистов и среднего персонала в межрайонных и межрегиональных центрах. Не обделят и фельдшеров выездных бригад скорой помощи. Для них предусмотрены выплаты до 160%. Досрочно использовать семейный капитал на жилье можно при условии, если не хватает квадратных метров. Вложиться в недвижимость могут те, у кого в собственности имеется менее 15 на человека. Еще один нюанс – продать дом или квартиру, купленные за семейный капитал, нельзя. Кроме того, необоснованно потраченные средства семья будет вынуждена возвратить в бюджет. Минобр утвердил количество мест для получения высшего и среднего специального образования на условиях целевой подготовки. Информация для конкретных специальностей будет размещена на сайтах вузов. Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо заключить договор с организацией заказчиком. Приемная кампания целевиков пройдет. Подача документов с 27 июня по 2 июля. Проведение вступительного испытания с 4 по 10. Зачисление по 12. В Беларуси заработала горячая линия, куда можно сообщать о дефектах дорожного покрытия. Обращения принимаются по будням с 10 до 12 и с 3 до 5. Уточняется, оборудование колл-центра настроено на распределение вызовов по территориальности. По каждому звонку будут приняты меры для устранения недостатков. В администрации Ленинского района в торжественной обстановке вручили свидетельство о регистрации 5 центров территориального общественного самоуправления. Именно они самые близкие и надежные партнеры Бобруйского горсовета, исполнительного комитета и администрации в решении конкретных вопросов. И дело не только в гражданской активности, но и в готовности людей взять ответственность на себя. Основная задача, чтобы мы слышали друг друга. И администрация, и простые жители, а мы, как председатели и члены ЦТОСа, мы должны буфером быть, мы должны услышать простого жильца.
какие у него чаяния, какие проблемы, какие инициативы, и это донести до администрации, до тех органов, которые могут помочь. Органы местного самоуправления активно участвуют в наведении порядка в микрорайонах, организуют жителей на участие в субботниках. Для широкого привлечения населения к благоустройству, обеспечению надлежащего содержания дворовых территорий, детских, спортивных, игровых площадок и других объектов, в районах проходят смотры-конкурсы. Мы хотим вместе облагородить наш двор, наш микрорайон, и что мы должны для этого сделать. То есть совместная работа, вот в чем заключается смысл. Свидетельство о регистрации коллективного органа территориального общественного самоуправления его вновь избранным председателем вручила председатель городского совета депутатов Ирина Рынейская. «Юные патриоты» – городской этап спортивно-патриотической игры «Зорница» прошел в Бобруйске. На базе 147-го зенитного ракетного полка собрались 10 команд пионерских дружин школ города. Возраст юных патриотов 9-10 лет. У каждого своя роль в команде. Кто-то капитан, кто-то связист или стрелок. Задача пройти все этапы достойно. Дух сплоченность ведь объединяет октябрят зорничников и помогает дойти до победы. Наша задача на сегодняшний день определить лучший отряд спортивно-патриотической игры «Зорничка» города Бобруйска, который представит наш город на областном этапе. Все, что мы возможно показать для такого маленького возраста, мы постараемся показать. Плюс мы еще внесли в элементы «Зорнички» именно путешествие в наш музей. Расскажем немножко про историю полка, про наше вооружение, какие достижения у нас были в этом году и в прошлом, чтобы ребята уже познакомились на этом этапе игры. Экскурсия проведена по воинской части. Также специально для ребят спортсмены кинологической площадки продемонстрировали элементы трюковой дрессировки служебных собак. Кульминацией соревнований стало подведение итогов. Победителем стала 26-я школа. Она представит честь города на областном этапе «Зорнички». Фокус с исчезновением. Как Запад выделял помощь Зеленскому? Почему в НАТО не взяли ни СССР, ни Россию? И можно ли полагать, что ситуация на Украине в ближайшее время изменится? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!